Привет всем, друзья! В этом видео будет интересная посылка. Пришла от одного из моих подписчиков. Партнер этого видео – Эриксоновский университет. В Харькове открылся филиал Канадского университета обучения новой профессии коучингу. Это очень популярно в крупных компаниях. Рекомендую подписаться на YouTube-канал всем, кто хочет стать успешным и найти свое призвание в жизни. Камера не упала. Так, опа. Обалдеть, друзья. Вот это поворот. Вот эта вещь. Это просто потрясающе. Это нереально большая, объемная книга. Боже, как хочется ее сразу распаковать и посмотреть. Смотрите, вот как она называется. Сразу видно, что это не репринт, а оригинал данной книги. Вот смотрите, задний фон. Возможно, такие монеты будут появляться у меня на канале в будущем. Ну, мне интересна нумизматика в целом. И эта книга, я думаю, однозначно поможет разбираться. Вообще, книги я на своем канале показывал. Я показывал, какие есть книги по монетам Украины разных форматов. Вот посмотрите, вот по ссылочке, какие есть. Но такой книги у меня еще никогда не было. Просто нереально. Давайте попробуем распаковать ее, не знаю, просто аккуратненько. Качество монет, качество фотографий, рисунков. Я думаю, тут, скорее всего, сделано фотографиями. Опа, все это убираем. Боже, какая она тяжелая. Жалко, сейчас весы у меня далеко. Я бы вам взвесил, но она просто как, ну не знаю, килограмм весит. Такая, знаете, точно настольная. Ее в другие места не стоит брать. Ну давайте открывать, смотреть. 2010 года. Угу. От автора мы видим оглавление. Я первый раз держу ее, не смотрел. Наверняка в электронном виде что-то должно быть, и репринты есть. Ну, качественная печать, конечно, отличается очень сильно, когда от тех вещей, которые удешевляют производство, да. При дневном свете покажу вам данную книгу. Офигеть, просто посмотрите, какое качество этих фотографий, какое качество этих монет. Это огромный пласт для коллекционирования. Конечно, я думаю, такие монеты стоят недешево, да, а потому что, ну, и серебро, и это археологически, исторически важные монеты. Плюс довольная история у них должна быть интересная. Посмотрите, просто через каждые несколько страниц идет у нас демонстрация. Безумно красиво, да. Римская республика. Ну, я так понял, здесь будет начинаться от монеты от Римской республики к Риму. Непосредственно. Боже, хочется сразу какую-то монету показать, найти ее в данной книге, немножко рассказать. Но, к сожалению, у меня пока в коллекции таких монет нет. Возможно, у кого есть, друзья, свяжитесь со мной, подписчики, напишите. Я, возможно, готов приобрести что-то для себя, хотя бы первую монету. И, может быть, что-то сделаем на эту тему, какое-то интервью. Ну, вот это потрясающе просто, насколько красиво сделано. К сожалению, даже у нас по нашим монетам Украины таких каталогов я не встречал. Настолько вот подробно. Хотя, ну, сколько у нас совсем немного истории монетной, да, в нашей страны. Вот, хотя есть монеты, как говорится, гривны киевского типа, да, и златники. Вот, наверняка кто-то уже узнает свои монеты, которые у них есть. Вот, подписчик, который мне прислал эту книгу, видите, они запакованы, он занимается профессионально, да, разными книгами. Я так понял, можно приобрести ее, у него сказал, что еще есть это издание. Вот, если кто захочет, пожалуйста, напишите, я думаю, я с вас смогу сконтактировать, ну, либо через меня как-то, да, но просто невероятно выглядит, вот, очень, прямо хочется как-то потратить время, почитать, погрузиться в эту всю историю,
Вот. Завидую тех, у кого уже есть такие собранная коллекция. Конечно, да. Наверняка в музеях эти все монеты у нас есть. Кстати, в Харьковском музее надо зайти. Я давненько не был, заглянуть, что у них. Там открылась выставка украинских нумизматических, да, монет. Вот, смотрите. Ну, это, скорее всего, сделано фотографией. И она уже обработана, размещена дизайнером, верстальщиком. Потому что, ну, точно такие экземпляры дошли до наших лет. Ну, просто нереально. Гляньте, какой каталог. А тут конкретно у нас годы правления указаны. Годы правления. Реально, просто открывается новый мир коллекционирования. Друзья, вот такая вот книжечка, дополненное издание, просто нереально. Я думаю, можно погрузиться в чтение на неделю, может и больше, в зависимости от как вы любите этот материал. Друзья, спасибо всем, кто посмотрел этот ролик. Контакты у меня можно взять будет. Я человека подскажу, где можно купить. Я сам буду потихоньку изучать. Возможно, в будущем что-то сниму именно на эту тему. Монеты Рима. Ставьте лайк, если понравился такой обзор, такая распаковка. И всем пока!